Всем привет! Сегодня я расскажу про несколько методов, которые можно применять для того, чтобы обнулить свое эмоциональное состояние. В предыдущем видео я рассказывала про женский магнетизм, о том, что нужно учиться переходить из негативного состояния в позитивное. И, в принципе, каждый день работать над тем, чтобы было хорошее эмоциональное состояние. То есть именно такое состояние, которое является вот притяжением и который притягивает в нашу жизнь то, что мы хотим, все хорошее, позитивное. Но в жизни бывают разные ситуации. Иногда мы работаем над собой, работаем над своим состоянием, но кризис, стресс, какие-то жизненные проблемы, ситуации, они, естественно, выбивают нас из нашего состояния. Или даже просто идет на состояние накопительное. Например, депрессии, грусти, печали, или мы застряли в этом таком состоянии раздражения изо дня в день, и оно тоже имеет состояние накопления. То есть все внутри нас накапливается, накапливается, накапливается. Потом переходит на уровень психосоматики. Поэтому до этого не доходим, не доводим себя до такой стадии. Состояние эмоциональное — это то, за что мы можем взять ответственность. Смотрите, эмоция, самая длинная эмоция, длится 12 минут. После этой эмоции идет настроение. А вот, знаете как, эмоции управлять мы не можем, но своим настроением управлять мы можем. То есть что-то в пространстве случается, мы на это как-то реагируем. Мы, например, испугались, у нас там выбросился кортизол, или мы разозлились, у нас начинается состояние раздражения. То есть все остальное после эмоций идет настроение, идет состояние. То есть, по сути, такая реакция на то, что произошло. И что с этим делать? Потому что если говорить про управление своим состоянием, то нужно уметь переключать и обнулять себя. Одни из хороших методов, которые мне нравятся, которые я лично применяю и использую в разных аспектах своей жизни, была бы я, то есть если день заканчивается, я очень уставшая или я эмоционально как-то не очень хорошо себя чувствую, у меня какие-то состояния такие, то есть я чувствую, что со мной что-то происходит, и мне очень сложно оставаться в таком позитивном ресурсном состоянии, то я обязательно использую вечером такую практику. Я набираю ванну с водой, бросаю туда килограмм соли, разные, тут неважно, выбирайте морской, там, какой хотите, соли. Добавляю туда эфирные масла по состоянию, по настроению. Если прям очень-очень вот так вот плохо состояние, даже использую такую ванну, когда болею или еще что-то, я добавляю такие масла, как хвойных деревьев, там пихта, елка, сосна, еще что-то, вот все такое хвойных деревьев. Оно еще больше вытягивает вот эти масла, и свойство соленой воды имеет свойство вытягивать из нашего тела прям все вот это вот негативное, все плохое. Поэтому вытягиваем все из этого состояния, из себя вот это вот состояние с помощью ванны. Еще это один из таких способов, который я уже много лет практикую, и я прям очень довольна результатом, потому что это так круто прям обновляет. То есть день прошел тяжелый, или реально вот сегодня не получилось быть в хорошем настроении. Для того, чтобы не ложиться вечером спать с таким эмоциональным грузом, вечером очень выгодно обнулиться с помощью такой ванны, если есть возможность. Если нет возможности обнулиться с помощью ванны, есть еще такой хороший способ. Это, знаете, мы становимся стоя, делаем колени мягкими, вот как бы пружиним так на них немножко, и потом сгибаемся и полностью вниз опускаемся. Вот я не знаю, как правильно это в асанах находится. То есть мы, по сути, вот сгибаемся, да, вот в тазу именно сгибаемся и провисаем полностью вниз. Вот так руки совисают. Может быть, как-то запишу комплекс телесных упражнений, которые помогают обнулить. Надеюсь, вы меня понимаете. То есть мы вот так вот становимся и, как это говорится, вот знаете, поза, которая используется в растяжке. То есть мы наклоняемся, тянемся вниз. Только здесь немножко по-другому. Колени мягкие для того, чтобы не было вот это вот растяжение задней поверхности бедра, а именно было комфортно. Мы прогибаемся, и мы в этом состоянии делаем 10 вдохов и выдохов. Вдох и выдох, и мы как будто вот в такой позе. Получается, наше тело находится вот в такой, сейчас нарисую, как будто вот галочка, вот
ноги, да, вот, потом мы сгибаемся, вот голова, руки сейчас нарисую. И вот тело находится вот в такой вот галочке. Да, вот мы раз провисаем. И в этом состоянии прям с нас как будто вот энергетика, она как будто вот так вот вся уходит. Уходит вниз полностью. Вот она стекает вот из головы, из всего. Потому что в основном мы в голове очень много всего носим. Потом она прям стекает, и мы обнуляемся. Тоже это очень легкое такое упражнение, которое вообще не занимает много времени. Мы перед сном элементарно, прежде чем лечь в кровать, мы вот так вот наклонили, сделали. Вот именно только осознанно вот таких 10 вдохов и выдохов, находясь в контакте со своим состоянием, обнуляясь. А еще очень круто мне помогает коврик вот этот с колючками, как он правильно называется, аппликатор Кузнецова, кажется, тоже я на нем могу полежать, посмотреть, где мое тело больше всего имеет напряжение, и я вечером перед сном могу полежать на этом коврике, например, там спиной полежать, там на животе, на ногах, посмотреть, где у меня больше всего есть напряжение. Это очень выгодно, чтобы снять это напряжение за день, когда мы ложимся вечером спать. Мы утром просыпаемся в намного лучшем состоянии. То есть мы не переносим свое сегодняшнее настроение на следующий день. Это еще вот такие вот способы. Дальше. Одна из крутых практик, вот я ее просто везде говорю, везде рассказываю, везде ее рекомендую. Это практика слив мыслей на лист бумаги. То есть мы берем ручку, бумагу и просто садимся в состоянии потока. Рядом можно зажечь свечу, чтобы было такое вот как энергия огня, которая будет сжигать всю энергетику, которую мы создаем, когда выписываем. Зажигаем свечу и начинаем выписывать. Мы просто сливаем весь поток мыслей, весь негатив, все состояние. Мы просто вот как в голове идет, вот просто точно так же сливаем это все на бумагу. Выписываем, выписываем, выписываем. Потом это не перечитываем, а сжигаем. Выписываем до той точки, пока не появится внутри состояние такого нулевого, когда уже вообще... вроде попустила и вообще нету мысли, или когда вот уже чувствуете вот этот переход происходит из минуса в плюс, то есть вы смотрите, вы уже начинаете писать не негатив, а типа, о, как круто, короче, я там на то, на фантазии там то, то есть пошел уже позитив, уже пошли позитивные мысли, позитивное настроение, вот здесь вы тоже там выписываете и тот весь негатив сжигаете там. У меня вот есть специальная тарелка, которая в которой я постоянно сжигаю все вот такие вот листы там или еще что-то. И знаете, самое интересное, оно очень круто работает. То есть только поднимается какая-то фигня в голове, только поднимается этот бред в голове, который создает вот это вот настроение. Просто его сливаешь, все, день проходит по-другому. И ты уже можешь там и практики делать, и напитывать себя, и накапливать себя энергетически, и оно все уже намного круче, уже намного интереснее. Поэтому вот такие практики тоже можно использовать как сливание энергетики, то есть сливание своих мыслей, состояний через выписывание. Я эти практики очень-очень люблю. Используйте вот тоже эти инструменты, заботьтесь о своем состоянии. Вы четко должны понимать, что настроение — это то, на что вы имеете влияние. Эмоция проходит очень быстро, а дальше вы влияете на свое настроение. Потом еще одна шикарная практика, которую я люблю. Я очень люблю ее использовать, и, может быть, запишу про это более детальное видео. Это утром, перед, вот когда начинается день, вы одеваете все эмоции на себя. Вот есть 7 базовых эмоций. Это радость, печаль, презрение, интерес, гнев, отвращение, страх. И вот, как, вот эти все эмоции вы прям тотально одеваете на себя и проживаете каждую, и запоминаете, вот знаете, как эта эмоция, как это состояние прочувствуется в мышцах. Для чего мы это делаем? Это, конечно, тот инструмент, который нарабатывается. То есть он вам очень круто будет помогать потом таким неким индикатором в жизни, но его нужно наработать. Каждое утро вы одеваете эту эмоцию,
вы прочувствуете, как чувствует ваше тело, ваши мышцы, лицевые зажимы в этой эмоции, вы прям-то ее тотально проживаете. Потом в течение дня у вас появляется все больше и больше, начинаете по ощущениям уже считывать, в каком эмоциональном состоянии вы находитесь. Если вы чувствуете, что вы там в печали или еще что-то, то можно прям вот так вот прожить тотально, то есть сымитировать вот это эмоциональное это ощущение печали и прям прожить его тотально. Как будто, знаете, создать такое ощущение, завершить это эмоциональное настроение. Вот чувствуете, что что-то вам грустно. Вот так опуститесь вот прямо как будто в грусть, вот такую тотальную вселенскую грусть. Проживите ее там, не знаю, 5-10 минут, вас очень круто попустит. Переключитесь, пойдете теперь в другом состоянии что-то делать. Или там гнев, но с гневом, конечно, поаккуратнее, постарайтесь, чтобы не было рядом бьющей посуды, там детей и других, вообще других людей рядом. А гнев можно тотально прожить, то есть если прям хочется или чувствуете, что вы прям в гневе, вам надо прям разрядиться, можно закрыться одной в комнате, побить подушку, поорать в подушку. Вот это очень круто, именно вот в подушку поорать, оно, подушка немножко глушит звуки, соседи не подумают, что у вас уехала крыша, и вам надо вызывать психушку. Поэтому можно использовать такие методы. Попуститься, то есть, по сути, создать ощущение катарсиса и попуститься. Внутри будет намного спокойнее и ощущение будет внутри комфортнее. Используйте вот эти методы, которые я уже сказала. Пишите в комментариях обратную связь, насколько вам это помогает. Поэкспериментируйте, поделайте несколько дней. Я буду очень благодарна вам, если вы поделитесь потом в комментариях, насколько вам понравились эти практики, эти инструменты и насколько они вам помогают. Также я очень рада, когда вы ставите лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!